конкурс красоты. Это такое мероприятие, где девушки показывают себя, все на них смотрят, получают удовольствие. И, в общем, в итоге все удовлетворены. Сегодня в Болеро произошел конкурс красоты «Шоу Бьюти Саммер 2017». Программа «Коза». Свидетель всего самого актуального, что происходит в харьковских развлекательных заведениях. Я обращаюсь к организаторам. Когда уже в Харькове пройдет мужской конкурс красоты? Всем интересно, в конце концов, кто самый красивый. Будет показ в шикарных вещах от наших партнеров. Будут призы, подарки и будет сюрприз. Вы понимаете, где это все происходит? Заведение, где каждая вторая девушка, красотка, модель, мисс там, и так далее, знаешь, Болеро, вы же понимаете, да? Эту, так сказать, претензию нужно оправдывать. В следующем конкурсе у них будет предоставлена возможность принять участие. Красивым девушкам клуба «Болеро» и Харькова. Частью шоу что является сегодня? Будет петь замечательная девушка, красивая Алиса Муландина. А что вы здесь делаете, Катя? Я сегодня участвую в конкурсе красоты в «Болеро». То есть вы красивая? Я считаю, что да. Но вы хотите стать знаменитой, правда? Наверное, нет. Я вышла помочь, показать себя просто так. Вы просто решили украсить это мероприятие своим присутствием. Чтобы мероприятие украсило меня. Конкурс красоты. Самый главный конкурс красоты в Харькове за лето все. Как он проходит? Что будет вообще? Будет петь очень красивая девочка. Будут выходить безумно красивые девушки в красивых платьях, в красивых нарядах, показывать себя, показывать свои способности. Вот. Как вас красиво накрасили. Да, старались очень сильно. Леся, украшение вечера практически сегодняшнего. Да, не практически, а сама скромность. Пока еще не нашелся автор, который бы писал для тебя, правда? Или есть уже? Нет, еще нет. Но я думаю, после этого вечера мы найдем автора. Найдется. Автор найдется для такого голоса, ребята. Я к авторам обращаюсь. Как ты подбираешь репертуар? То, что подходит по голосу тебе, да? Или, может быть, тебе нравятся какие-то конкретные исполнители? В основном то, что по голосу, потому что если там с моим голосом спеть Селин Дион или взять там Мэрайю Кэри самые высокие ноты, это будет смешно. Тембр более низкий, поэтому я в основном по голосу выбираю. В общем, предложили мне поучаствовать. Предоставить одежду девочкам, украсить их. То есть будет какой-то выход, показ, да, с вашей одеждой? Ну, собственно, да. Вся одежда, которая будет на девочках, это магазин LA Style. Сейчас же популярно смешение стилей полное, да? То есть... фьюжн. У нас как раз фьюжн и представлен, да, очень популярен. Вы можете купить и купальники, и пальто, и джинсы, и кожаные куртки. Пришел, корону одел, ленту одел, мужик тебя забрал, куда-то увез. Все, дальше жить в шоколаде. Так думают многие, но, дамы, помните, красота – это не главное. Потому что красивых любят, а на умных все-таки женятся. А когда ты умная и красивая, то можно вести программу «Коза». Сегодня я буду в жюри оценивать девушек на конкурсе красоты. А зачем быть лидером, в принципе, в жизни? Лидерство – это, в первую очередь, гармония, понимание себя, своих жизненных ценностей. И, конечно, лидерство – это залог успеха в жизни. Мне кажется, что современному человеку свойственно преувеличивать роль вот успеха в жизни, в принципе. То есть мы зависимы уже в какой-то степени от этого культа успеха, который в западной цивилизации существует. Я не думаю, что мы зависимы, смотря что считать опять-таки успехом. Да, для меня успех – это качество жизни, это само отношение к жизни. Красота – это же такая вещь неосязаемая. Как определить, кто красивше, кто менее красив вообще? Лучше быть красивой душой. Ну, в наше время это не материализуется никак, понимаете, красота души.
Почему не материализуется? Материализуется. Это вы по себе чувствуете? Да. То есть у вас красивая душа, и вы так сказать, какие-то дивиденды из этого извлекаете? Если ты общаешься с человеком, ему более приятно общаться по душам, чем просто смотреть на, скажем так, куколку. Ух, я такой провокатор, провокатор такой, вообще ужас. Нужно дорабатывать какие-то дефиле, какую-то поставку себя. Нужно над собой всегда работать девушкам. Ради личных амбиций каких-то, чтобы поднять самооценку и показать, что я чего-то стою. Мы вас хотим с вами, да, Вадик? Бывает. Мы хотим Алену просто. Вы обязаны нам себя показать. Сейчас выйду, покажу. Ну вот вы выиграли, допустим, и что дальше? Вы выйдете замуж, да, наверное? Нет, замуж, я замужем. Ах, вы еще и замужем. Сразу видна самодостаточность, да, в женщине, когда она замужем. К черту вот ваша вот эта вот популярность, все это вот это все, да? Для меня как-то самоутвердиться. Эксклюзивное интервью. Юлия Жадан, победительница конкурса «Шоу Бьюти Саммер 2017. Ну, я знал, что вы выиграете. Откуда? Фигура худая, ноги, волосы, мордашка. На самом деле, я до этого участвовала во многих конкурсах и не занимала даже какого-то зрительских симпатий или чего-то такого. Нет. Да вы шо? Почему? Поэтому для меня это было, ну, то, что именно первое, для меня действительно было неожиданностью. У меня нет эмоций просто, чтобы радоваться. Я уже все эмоции, когда выходила на показе, я их отдала зрителям.